Сотни спасателей и техника задействованы в тушении пожара в Абайской области. Напомним, третий день горит лесная зона в регионе. Все силы брошены на борьбу с огнем. Площадь горения леса составляет уже более 3500 гектаров. Ситуацию в Абайской области прокомментировали сегодня в МЧС Республики. Режим ЧС будет объявлен в районе природного пожара в Абайской области. Об этом сообщили сегодня в правительстве, а ситуация находится на особом контроле. Развернута работа оперативного штаба. На тушение лесного пожара задействовано 201 единица техники, 8 вертолетов МЧС, Минобороны и КАЗа авиалесоохраны, а также один пожарный поезд и 852 человека личного состава. Режим ЧС будет объявлен именно в районе возгорания, а угрозы населенным пунктам нет. Однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам. Также на сегодня мы еще дополнительно к 11 часам туда перебрасываем еще два вертолета с южных регионов. Итого там у нас авиация в количестве 10 единиц. На данное время ситуация уже на контроле, угрозы населенным пунктам нет. В первые дни возникла угроза в трем населенным пунктам. Вот санаторий «Березовка» или подхоз «Березовки» заблаговременно местными исполнительными органами и сотрудниками органов полиции были эвакуированы жители, имущество все под охраной. Лесные пожары всегда очень сложные, сказали в МЧС. Тушение осложняется порывами ветра и заболоченной местностью, и это затрудняет движение тяжелой техники. А еще сухая погода и высокая температура – все началось со степного пожара со стороны Российской Федерации. Пожар носит такой уже, можно сказать, затяжной характер. Третьи сутки мы тушим, но на сегодняшний день, в принципе, уже на контроле держим. Общая площадь пожара составляет 3500 гектаров. Это реальная угроза, сказал премьер. Только вот на прошлом совещании говорили о пожарах и снова вернулись к этой теме. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии. Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата Семей Урмане, чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара. Смаилов также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абай и направили все свои силы и технику. На случай экстренной эвакуации подготовлены 3 эвакопункта в селе Бородулиха на 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на особом контроле. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42.